Всем доброе утро. Вчера мне опять попалось видео, сколько надо инкубационного яйца, чтобы получить, допустим, 10 курочек. И там, ну, как бы переписка идет, комментарии. Почему-то новички не верят, что из 10 яиц у них не получится 10 курочек. Ну вот смотрите, как раз сейчас у меня молодняк загорских лососевых. Вот на их примере можем разобрать. Закладывала я 66 яиц. Из них у меня получился неоплод 20 штук. Ну, это как бы нормально. Хуже, когда половина неоплод. В процессе инкубации не развилось 8 штук. И 2 у меня не вывелись. Уже в последний день 2 задохлика. Получается еще 10 штук от браковка. Вывелось 36. Из этих 36 здесь 3 цыпленка от браковка. У них плохие лапы. Двоих еще можно попробовать полечить. Связать им лапы. Там даже не вертолет, там как-то одна лапка в сторону уходит. А один из них, его вот видно, он вообще еле ползает, у него вообще какие-то коротенькие лапки. Но его просто затопчут, смысла нету. Ну вот теперь смотрите, вот из этих 33 штук, то, что останется, хорошо, если половина будут молодки, курочки. У меня обычно выводится больше петухов. Муж уже даже смеется. Сколько бы я ни вывела, у меня получается молодок штук 13. Остальные петухи. Может быть и 25 штук петухов. Но вот здесь, скажем так, в этой партии больше девочек. Загорских лососевых их можно определить. У девочек черные пятнышки на спине. На шее, на спине, на голове. У кого-то побольше, у кого-то поменьше. Я так быстро прикинула, посчитала, 20 девочек здесь есть. Это, можно сказать, заказчику повезло. Сейчас вам покажу инкубатор. Да, мои красотки? Поближе вам покажу. Видите, черные пятнышки. Тут у кого-то побольше полоса, у кого-то поменьше. Вот это молодки будут. Вот, пожалуйста, инкубатор. Вот эти вот не развились. Вот там вот 2, которые не вылупились. Вот это не оплод. Пока вот еще не мыла, показываю все как есть. И вот скорлупу здесь быстро скидывала, потому что мне некогда было сидеть около этого инкубатора. Обычно подбегала, по несколько штук вытаскивала и закрывала очень быстро. Так что вот новички, которые верят, у них они купят 10 яиц, и у них выведется 10 цыплят, и все они будут куры. Я не знаю, как вас убедить еще. Наверное, только пока вы сами хотя бы первый раз не проинкубируете. В эту инкубацию я собрала все. И не оплод, и не развитые, еще и с кривыми лапами. Обычно, конечно, инкубации бывают получше. Результат, я имею в виду, получше. И не оплод меньше. И задохликов нету. Давно у меня не было задохликов. Не знаю, что случилось. Они наклюнулись, но не вылупились. Я сама ковырять не стала. Смысла нету. У меня уже были такие ситуации. Я пыталась помогать цыплятам. Специально их помечала, этих цыплят. Ну, чтобы хотя бы знать, как они будут потом развиваться. Ну, у меня
хороших результатов не было. Хорошо, если они там могли прожить неделю. Вот теперь, смотрите, 5 месяцев, 5,5 их надо выращивать. И будет вам счастье в виде куриного яйца. На бумажке содержать их нежелательно. Это я просто сейчас постелила очень быстро, потому что у меня закончились пеленки, и мне надо что-то им быстро сейчас сюда постелить. Сейчас какое-нибудь полотенце старое найду. Первые дни держу на пеленке. Но это все как у всех, лапки окрепнут. И через неделю, дней через 10, можно их уже в брудер. На решетку. Можно на решетку, кстати, сразу постелить пеленку и держать его в брудере. Но это если он свободный. У нас он сейчас опять занятый. У нас там опять бройлеры сидят. Так что вот наглядно вам показала. Вот записи для наглядности. У меня тетрадка. Я просто веду для себя, записываю, чтобы хотя бы примерно знать, что у меня получается. Девочек не записала. Надо записать примерно 20 штук. Вот так. Вот так обычно бывает. Да, малыши? Еще небольшое дополнение. Если вам нужно просто столовое яйцо и как бы петух для порядка, вы можете из этой партии взять петушка. Получается, он им родственник, брат, грубо говоря. Если вы хотите создать семью, потом выводить из них цыплят, вам надо... как сказать, другую партию инкубационного яйца. Где-то в другом хозяйстве покупаете яйцо. И от них, допустим, берете петушка, двух петушков, всегда нужен запасной петушок. И, допустим, из этой партии берете курочек. Остальных можно также поменять. Из второй партии курочек, из этой, из первой партии петушка и, допустим, продать. У меня так было, когда я держала по две семьи каждой птицы. У меня заказывали, допустим, чтобы сразу вывести, забирали суточных. И мы их помечали, хозяева их держали в разных инкубаторах до того момента, пока они не подросли, пока уже можно было определить, где курочка, где петух. И там они уже сами распределяли. Как вариант, можно купить уже к своим молодкам взрослого петушка. Обязательно смотрите на шпоры. Обязательно узнавайте, чтобы до 4 месяцев он был пропоен от кокцидиоза и проглистогонен. Я стараюсь к себе уже взрослую птицу не привозить. У меня был печальный опыт, когда я привезла к себе инфекцию. И у меня погибла вся моя птица. Другой вариант был, когда я привезла к себе привитую птицу, а своих я не прививаю, я их просто пропаиваю. Опыт был печальный.
столько трудов на смарку, полгода работы. Комбикорма и зерно сейчас дорогие. И когда они начали дохнуть, было очень печально. Поэтому теперь стараюсь к себе привозить или инкубационное яйцо, или суточных цыплят. И сама уже их пропаиваю, выращиваю как мне надо. Красотки. Вы такие красотки. Ну, думаю, теперь все. Надеюсь, коротенечко рассказала обо всем. Удачи всем в инкубации!